Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анатольевич. Сегодня у нас будет небольшой вечер вопросов и ответов. Поговорим сегодня немножко об основах, то есть о том, когда вы уже сделали свое украшение. И куда-то же его надо подвесить, в частности, вот именно подвесочки. Вопрос задают мне, на что вы, то есть я, вешаю. Ну что ж, отвечаю. В основном, конечно, я использую цепи Викинг, которые тоже плету сам. Кстати, не забывайте про курс. Кто думает, что там то же самое, что в интернете, глубоко ошибается. Вот, разберем их по буквально по косточкам. Вот эта цепь не толстая, из проволоки 04, цвет золото. Это плотная вязка, которую я достаточно часто использую. Так, наверное, видно, вот так лучше. Естественно, понадобится фурнитура. И на такой основе уже, естественно, ваша подвесочка намного лучше смотрится. Не исключаю я возможность подвешивания на шнурок. Сейчас мы найдем. Вот это я специально делал жене. Вроде подвеска и массивная, а шнурочек маленький. Ну, здесь преследовалась цель, чтобы не было даже видно самой основы. То есть, грубо говоря, подвеска смотрится как брошь уже на платье. Шнурочек не заметен. Заметен, но не бросается в глаза. Но выигрышный вариант, сразу вам говорю, становитесь королевой. Это с толстыми основами, цепями, в частности цепями Викинг. Вот эта цепочка тоже, но это не плотная вязка. И она собрана с бусинами внутри. Более такая невесомая. И плюс ко всему еще вся сверкает. Далее. Вот. Тоже Викинг, но очень тоненький. Вообще, на такое впечатление, что ее можно раздавить двумя пальцами. Да, здесь и подвесочка такая не тяжелая, не в прямом, а переносном смысле. И, соответственно, уже такая ажурная цепочка, тонкая, довольно тонкая она. Не знаю, в диаметре, не знаю, миллиметров 6, наверное, 7, небольшая такая, тоже замечательно смотрится, особенно цвета. Все это я вам, по-моему, уже показывал, но, коль задают вопрос, надо отвечать. Вот эта цепь тоже не плотная вязка, медь. Медь, даже, по-моему, она и не полированная. И не собираюсь ее полировать. Запатинированная, но не полированная. Ближе что-то к черному, наверное, она сильно запатинирована. Ну, по мне так вписывается замечательно. Пойдем далее. Вот еще медь. Тоже плотная вязка. Смотрится уже помассивней. Хотя диаметр тот же, что предыдущий был. Но более плотная вязка. И, по-моему, здесь не сильно патинировано. Больше под собственным окислением она стала такого цвета. Кстати, о проволоке. Постоянно сейчас убедил я всех, все-таки не всех, но некоторых, большинство, по крайней мере, использовать медную проволоку. И много вопросов возникает
того времени, как я начал заниматься этим, заметил еще, имейте в виду, вот кто спрашивает, путается, проволока тоже медная выпускается в проводах, она сплав там идет на основе меди, и добавляются туда все равно какие-то еще придатки туда добавляются. И от этого у нее все равно не одна жесткость, разные жесткости, какие-то помягче, какие-то более столистые, пожестче. И при патинировании цвет тоже разный. Я это заметил даже при условии, когда они одинаковой жесткости. В разных магазинах или из разных партий немножко цвет у них другой. Так, и вот серебряная цепь, это вот это, по-моему, китайская проволока под серебро, если мне не изменяет память. Ну, точно не американская, а китайская, так вот, 0,4, тоже плотная вязка. Очень хорошо смотрится. Вот, то есть, процентов 70 я, наверное, все-таки отдаю цепям Викинг в разных исполнениях. Более массивные, скажем, подвески. Ну, бывает даже и на маленькие, там сама цепь смотрится выигрышно. Саму цепь можно носить совсем с маленькой подвесочкой. Далее цепи. Используем цепи покупные. Разной они формы, разной толщины. Вот, допустим, самая мелкая, наверное, она вот эта шариковая. И шариковые тоже идут разных размеров. Потоньше, потолще, размеры сами шариков больше. Цепи, вот, плоть, ну вот это вот такая же, наверное, да? Вот еще более простая цепь. Вот, то есть цепи, уже готовые цепи, но медные они, именно медные, под цвет меди. Либо медные, не все грыз, наверняка тоже какой-то сплав. Это тоже я довольно часто использую и применяю для подвешивания украшений. Еще так, шнурок мы один раз смотрели, шнур тоненький, но еще бывает, я использую вот такие толстенные шнуры кожаные, у них довольно приличная цена. И такие шнуры я обычно делаю очень короткие, то есть здесь как большой обруч делаю, то есть сама основа, она будет коротенькая. Ну, наверное, можно сделать и длинные, но как-то мне кажется, нелепо она смотрится. Вот такие я тоже часто использую из-за их толщины, то есть тоже как бы вписывается она, все эти подвесочки. И подходим к интересному такому моменту, это создание уже основ из фурнитуры. Из фурнитуры для бижутерии. То есть вот такие. Собирал я себе для работы, долго собирал фурнитуру именно медную. Не настолько, конечно, много, но, в общем-то, такая очень и очень цивильненькая. Меленькая, симпатичненькая. Все это не дешевое, конечно, удовольствие, но оно того стоит. То есть я даже не собираю, как вы видите, целиком. Целиком это через чур, по-моему, будет. А вот таким образом. И здесь, на первый взгляд, кажется немного, но здесь очень много фурнитуры. Даже вот где вот эти колесики, там и то вот это. Тоже вставочки, они отдельные, малюсенькие там совсем. Все это собираю на проволоку. И таким образом вот создаются. Вот на это я вас убедительно прошу, обратите внимание, с этим пользуйтесь. Это придает, конечно, дополнительный больший эффект всем украшениям. То есть, как и цепи Викинг. Кстати, вот он тоже. Но здесь что-то такое этническое уже добавляется.
здесь уже, конечно, в полном объеме будет видно ваше творчество. Вот, собственно, об основах. А, ну вот мы еще забыли из толстой, это, наверное, с миллиметровой проволоки серебряной. Тоже замечательный викинг и тоже... Здесь это браслет, ну, если у меня там были, по крайней мере, плевые ожерелья. На них тоже замечательно смотрятся все вот эти подвески. Так, из маленьких... А, вот, вспомнил. Проблема у людей, где брать войлочные вот эти вот кружочки. То есть, чем полировать на шлифмашинке. Тут, конечно, мужчины, наверное, потребуются, но я лично, не обращайте внимания, это сгон от трубы. Любая трубка металлическая, просто ее заточить вот таким образом. И получается такой пробойник, и я их набиваю просто из сваленка. Вырубаются такие кругляшки. Потом вот так прошиваются шилом. Можно тут где-то в крив чуть-чуть ножничками подровнять. Очень замечательно для полировки использовать. Под рукой еще малая механизация у меня вот такая есть. Обычный уголок. Видно, будет нет. На деревянной подставочке, с краю саморезики, бусинки не улетают. Те, кто занимается, наверное, поняли, очень удобно составлять. Бусины подбирать по размеру, подбирать по длине именно ожерелья или браслета. Можно рисочки поставить. Очень удобно, никуда не убегают, не разбегаются, догонять не надо. Вот, наверное, на сегодня и все. Просто мы с вами ответили. Вернее, я ответил на ваши вопросы. На этом все. С вами был Анатольевич. Всем пока.